подарок сделали. Спасибо. Вот. Спасибо большое. Ну вот, теперь вы хозяева. Спасибо вам большое. Я сейчас спрашиваю, когда цена, вот это трехтомник отдельно, легко где-то записать, 75 евро. Это, которая там цена написана, это 10 лет назад была. Все вот это вместе, это 750 евро стоит. Спасибо вам огромное. У нас в каждой библиотеке есть православные библиотеки. Хорошо. Внутри, но поэтому... я добавлю, у этих книг много друзей и много врагов. Ну, почему? Потому что они написаны книги в пророческом духе, без пригляда к кому-то. Сказал так Серафим Саровский, я так и пишу. Указываю страницу, том, и он прямо говорит об этом. Я молился о русских священниках-архиереях. Помиловать. И Бог ответил, не пощажу, не помилую. Потому что они вымыслами своими заменили истину Божию. Том 3, страница 601. Им это не нравится. А при чем тут я? Я не Серафим. Факт есть. Понятно? Понятно. Так что книги, если в библиотеке что-то будут ликвидироваться, мы... так сохранить эти книги. Избави Боже. Нет, избави у нас Бога. Ничего не ликвидируется. Хочу сказать вот огромное спасибо. Вот вы так неожиданно упали на голову. Да. Кстати, это противосектантское. Как работать с сектантами? Ой, это сектант. Очень важно. Я это миссионер. Очень... в моем доме многие пришли сектанты, стали православными. Спасибо вам огромное. Это для батюшки просто находка будет. Спасибо, что вы упали с неба к нам. Ну это так и есть. Дай Бог вам здоровья. С горы скатились, а там были. Дай Бог вам здоровья. Второй месяц мы уже не дома, ночуем где-то в степи. Вы так неожиданно, это все так внезапно и быстро. Огромное вам спасибо. Спасибо, Христос. Когда за доброе слово. На наш сайт. Да. Обязательно, обязательно зайдем. Сайт этот необычен тем, что на нем 50 книг моим голосом насчитано. Этого нигде в мире нету. Там насчитана мной Библия, архипелаг ГУЛАГ, 12 томов Златоуста. 12 томов жития святых. Вы батюшке обязательно скажите. Так мы же, у нас же есть информационный центр в Феодосии. И доброта и любви, там все. Спасибо. И скачайте, чтобы она была дома. Ну, вы будете картошку чистить, я считаю, сидит с вами рядом. Спасибо огромное. Дай Бог вам всем здоровья. Поехали.